Курортно возрождают традиции дачных сезонов. В школе искусств Зеленогорска открыли музыкально-поэтический фестиваль «В сторону Выборга». В этом году здесь впервые выступают только российские музыканты, художники и поэты. Финские артисты участие в фестивале не принимают. Впрочем, наши соотечественники нашли, как восполнить этот пробел. Они исполнят музыку современных композиторов Суоми. Но главными героями сезона сделали композиторов-юбиляров 20 века. Среди них Прокофьев, Шостакович, Рот, Таривердиев и Чайковский. Я, например, люблю и Михаила Леоновича, я давно уже пою эти циклы. Я люблю его за то, что я вот настолько хорошо знаю, как своего родного человека. Мы знаем там на ощупь, по запаху, вот примерно такое же ощущение абсолютного родства. К музыкальным, литературным и театральным композициям на этот раз добавятся кинозарисовки. Так вечер в Пенатах целиком посвящен году кино. Известные саундтреки их мировой классики кинематографа также прозвучат вживую. Приросли новыми участниками, и в Комарово будут участвовать новые драматические актеры, которые никогда еще не принимали участие в нашем фестивале. Это Руслан Барабанов, актер театра БДТ, и Екатерина Васильева, она актриса театра Жановача «Москва». Они представят такую литературно-музыкальную композицию, посвященную двум юбилярам этого года. Это Осипу Мандельштаму и Николаю Гумилеву. Традиционно фестиваль проходит на 5 площадках – в Зеленогорске, Комарово, Репино и Выборге. В последнем он завершится гала-концертом 27 августа. В этот же день пройдет творческая встреча с композитором Леонидом Десятниковым, который передаст в дар Центральной библиотеке города свою коллекцию нотных и аудиозаписей.